модна зима та свято цього року. На чому зосереджені світові дизайнери і що вони принесли в Україну? Будемо дізнаватись від Анни Коновчук, експертки з персонального стилю. Анечка, рада бачити завжди, приносити щось цікаве і ті цікавинки взимку. Це просто зараз мега супер тренд. І ми знаємо, що такі гарні речі, які вже є тут, також вони будуть перегукуватися з фото, які ми побачимо сьогодні. Тож, модна зима, модні свята. Якими вони зараз є і що ж нам пропонують? Да, я сегодня принесла в студию еще и вещи. Кроме того, будет презентация, мы все покажем. Вкратце расскажу о трендовых зимних новинках, да, о том, что я уверена, что кто-то хочет что-то купить сейчас, например, и думает, что же будет модно и что же будет модно на будущее, так чтобы это было вложение действительно важное и наперед. Итак, первое, о чем я хотела сказать, из верхней одежды, конечно же, мы про зиму говорим, это пальто. Они остаются с нами, они перешли к нам из осени также, вот, и поэтому они достаточно подходят для зимы, и, кстати, для нашего периода, да, они тоже подходят, поскольку у нас то холодно, то тепло бывает, да, то потеплее немного, что-то там, да, вот вы видите, представлено сейчас. Я быстро скажу, какой крой важен, потому что меня часто спрашивают. А еще я покажу на одном слайде, где будет указано, это должен быть не прилегающий слой. Вот где красный крестик, это не прилегающий крой, это вот обязательно, здесь видите, такие кусенькие рукавчики. Оверсайз такие трошки, да? Да, оверсайз. А дальше он может быть и приталенный, но не прилегающий. Приталенный за счет того, что, например, вы наденете ремень, как вы видите, вот с краю темное, черное пальто, да? То есть он, возможно, и свободен, там есть воздух, есть место, куда одеть теплый свитер, но вы приталиваете за счет ремня по пояса. Но, в принципе, это все равно свобода, обязательно свобода между одеждой и верхней одеждой. Должен быть воздух присутствовать, чтобы вы могли оверсайз, объемный свитер тоже туда поместить. Тобто ми можемо так бути гарно одягненими і мати теплий такий наряд, якщо це буде светр, наприклад, то якщо і зверху такий костюм, наприклад, чи оверсайз пальто, і ще защібнули і собі створили образ тендітної дівчини, так? Нічого там не буде видно, талія буде підкресленою. Смотрите, смотря кому як нравится. Кто-то може подчеркивать талію, а кто-то може, я показувала, там же були і пальто таке було об'ємне, пальто-балон, да, пальто вот кокон, його ще называют, то есть более такое округлое, свободное, там тогда не подчеркивается талия. Здесь уже на любителя, как вам ближе, опять же, еще зависит от типа фигуры. Но то, что вы упомянули, что можно надеть под пальто теплый свитер, а можно надеть еще и гольф, а можно надеть еще и пиджак, костюм. И костюм, как вы сказали, но это уже, давайте в отдельной передаче о том, как красиво и стильно утеплиться. Ага, а сейчас так, хочу зараз... именно рассказать о трендовой одежде. Тренды, еще да. Еще в трендах? Тренды все, наверное, уже знают, это стёбані вещи, стёганая одежда, стёбана украинскую мову. Да, здесь у нас, опять же, пальто различного кроя, но хочу сказать, что да, вот у нас удлиненное пальто, но они вот настолько разнообразные, что это могут быть и пиджак какой-то стёганый. Мне хочется в общем сказать, ведь это все у нас зима. Зимний период мы можем носить, какая-то стеганая рубашка может быть, стеганая юбка. Но если говорить о верхней одежде, то это стеганые пальто, вот даже стеганый жилет. Вот это именно опять вошло в моду, это прям вот самый такой очень-очень популярный тренд. Еще будет триматися він рік-два, так? Да, это как минимум, потому что он только-только взошел вот на такой вот на постамент моды. Мне кажется, что были уже, можливо, куртки так да. Теж часто зустрічалися, а теперь перейшло уже все на верхній одяг, так, на пальто, на зимові довгі такі пальто. Здесь знаете, в чому момент? Здесь опять же вернусь к крою, Юля, здесь важен крой. То есть, в принципе, да, действительно были, и наши мамы носили, но это было уже, то есть стеганые вещи, они были. Это не какая-то прям такая новинка, но важен крой. Вот опять скажу так, что они должны быть свободного кроя. То есть это может быть и куртка стеганая, вообще любая стеганая вещь. Вот от рубашки, юбки, ну, не знаю, брюки нет, такого не видела, а какие-то пальто, жакеты, куртки, все это может быть, но только крой должен быть свободный. Это не облегающий. А у нас же вот в те года это были более прилегающие вещи. Стёганые. Так, зрозуміло. Тобто ми дотримуємось таки тих новинок, які зараз є, можливо, хоча б одна річ, але повинна бути в нашому гардеробі, так? Далі, переходимо до тих
знову ж таки, речей must-have, які зараз повинні бути. Далі. Да, потому что обязательно хочется в сезон хотя бы одну какую-то новинку докупить, да, и как-то немного обновить его. А когда это верхняя одежда, то это серьезные вложения. Следующий у нас пуховики. Меня просто все спросят, а как же пуховики в наши зимы, когда у нас минус 15, да? А у нас бывает. Вот у нас такие континентальные особенности, что как бывает и плюс 10, так, да, то пуховики, конечно же, они в моде, обязательно в моде, но наблюдается что? Что все-таки можно разделить на три вида таких. Это укороченные, вообще короткие, вот здесь я привела как белая курточка, то есть до талии они доходят. Потом это пальто, пуховик тоже остается, ну или его еще там называют одеяло, пуховик-одеяло, да, великие которые такие, объемные, свободные, полностью вас закрывают, вы укутались и тепло. И такие более средние длины до бедра пуховики. Что, в чем какое-то такое отличие немного от прошлого года? Все же они не настолько как бы широкие, объемные по воздуху. То есть они немного более сглажены. Вот здесь мы видим, кстати, пуховики и пальто, если можно так сказать. Да? И чем, в чем отличие, если говорить о стеганых вещах? А у них все-таки не такая частая строчка. Стеганые вещи – это в основном ромбиком, квадратиком, вот так вот. А здесь это какие-то полосы или даже вообще не могут быть не стеганы. Ну, це не тому, що це зручно, так, а не тому. Зберігається, можливо, там більше зберігається тепла. Коли є строчка з одного боку, з іншого, і є ширша частина, то більше буде місця для зігріву, для тіла. Да, да. В строчці ми попадаємо на холодну прослойку. Но на самом деле, опять же, смотря какое качество производства, есть бренды, которые проклеивают эти строчки, там определенная мембрана, то есть очень много разных технологий. Угу. И поэтому, вот мне кажется, что на сегодняшний день пуховик – это очень тепло все равно, потому что даже если он не из пуха, а современные утеплители, они позволяют и до минус 20. То есть я, в общем, назвала пуховик, вы поняли, да, как имя нарицательное. Но в этой вещи обязательно тепло, потому что современные утеплители. Так, разобрались мы. Уже три речи таких мы для себя визначили, что может быть. Далее еще будем говорить про такие немного речи. Еще хочу сказать, потому что, я думаю, просто возникнет этот вопрос, все спросят об эко-шубах. Шуба. Я тоже хотела вас запитати, Аня, но я просто знаю, что зараз так зберігають тварин, і люди почали відходити, Європа особливо, від тих натуральних шкір і натурального хутра, і переходити на штучне. Дуже гарна, якісна шубка може бути у вас. Чи будуть вони кольорові цього року? Да, и разноцветные, цветные тоже, конечно, Юля, да. Я просто хочу сказать, что общая тенденция, это если уже говорить об глобальном тренде, это бежевые оттенки, светлые какие-то бежевые. Ну, вот здесь я вам привела также яркую такую, да, какую-то принтованную. Все это эко. Я немного вкратце скажу, эко тоже нужно понимать. Вот вы говорите из искусственных материалов, но на самом деле полиэстеровые такие шубы, во-первых, плохо греют. Во-вторых, полиэстер при производстве этой шубы затрачивается очень много природных ресурсов, воды, поэтому их на самом деле эко в кавычках. Их нельзя назвать эко. Но нужно понимать, что очень хорошая замена таким шубам, действительно настоящая эко, это из стриженной шерсти. То есть мы не убиваем животное. Шерсть стрижется, она просто укладывается. Це просто, як зараз, знахідка, і всі дизайнери звертають на це увагу. Так, це альпака може бути, так? Це можуть бути наші овці, які наші в Західній Україні теж. Так, а вшиють. Наші дизайнери теж вже долучилися до процесу? Ага, є. Тут ми бачимо такі вишукані наряди. Це вже, мабуть, далі ми пішли. Це теж, я тут про эко-шубы хочу сказать. Просто понятно, что на фото мы не видим, из какого материала, но вообще призываю сейчас всех все-таки при покупке, если у вас ее еще нет, и вы собираетесь покупать, озадачиться тем, чтобы посмотреть на состав. Сейчас действительно наши дизайнеры, они больше уделяют внимание на то, чтобы хотя бы 50% шерсти, 50% полиэстер. Это вот лучший вариант. Если это, конечно, 80% шерсть, еще лучший вариант. Во-первых, это намного теплее. Греть же будет, звичайно. Потому что полиэстер, он греет плохо, он просто не пропускает
подышать воздух. Вам парка, но не тепло. Как только холодный ветер, вот это все холодно становится. Вот. Поэтому полиэстеровые, кстати, ну, эко-шубы, да, или шубы-чебурашки, их утепляют еще дополнительно утеплителями. А як вони будуть носитися зовні? Це ж, можливо, треба доглядати особливо якось за такими речами. От що ви порекомендуєте? Поліестер, він більш такий витривалий, а натуральна, вона, мабуть, швидко зіб'ється, тим більше дощ може бути. У нас такі зими. Сьогодні мороз, завтра дощ. Ну да, я вже упомінала, що у нас такий континент, вот действительно ми з цим. То плюс, то мінус. У нас, да, не попадає дуже часто, вот як прошлая зима була, дуже теплий. Ну, смотрите, конечно, якщо це шерсть, вона требує більшого ходу, вона й дороже, і ви просто самі будете більше как бы, переживати о ней, да, і, соответственно, це хімчистка. Конечно, хімчистка. Поліестровая шуба, це, в принципі, теж хімчистка, но нужно смотреть на етикетки, там буває таке, що і разрешена стирка на деликатному режимі. От якщо повністю поліестровая така шуба, но на самом деле из шерсти все-таки прослужит вам дольше. Это все-таки более износоустойчивый материал, это более качественный материал. И если эта вещь сделана действительно дизайнерски и дизайнер переживал о своей репутации, то, конечно, эта вещь прослужит вам дольше, если при правильном уходе. И даже дождь на самом деле шерсти тоже не страшен. Просто ну, аккуратно потом вы подсушили это все не на батарее. Далее, что еще может быть из вашей подборки? Я знаю, что вы так старались и все сделали. Дивимось далее еще. Да, еще есть тоже один тренд, потому что вот наверняка меня спросят, да, вот кто будет смотреть, будет думать, ну а как же она про это не упомянула? Это дубленки, они могут быть из эко-меха, могут быть также и натуральные, в принципе. Но очень важен крой, это дубленка-авиатор. Вот тоже очень-очень в тренде. Это, как бы скажем так, следующая сестра косухи, утепленная сестра, да, когда наши Ой, косухи такі, из осени перешли модні, вот в зиму. Були давно, и мы помним, что переходять вони з року в рік, ну майже, я не знаю, там якісь роки забуваються, а потім знову повертаються. Вони так полюбилися, мабуть, усім. Просто смотрите, Юль, это цикличность моды. Она так это и есть. Но если по-хорошему говорить, откуда они взялись? Они взялись из Второй мировой войны, когда нужно было, появились самолеты, да, поднимались они выше, было холодно, и нужно было утеплить летчика. Вот и все. То есть все просто, поэтому они были давно, и просто постепенно, немного меняя крой, вот сейчас все-таки в тренде, опять же, посвободнее, подлиннее, такой свободный крой, мы опять их принимаем, опять носим. Вот и все. Так, але дуже гарні, до речі, так виглядають. Трендово, нарядно. Современно. Так, значить, ми розібралися вже, так? Це всі ті речі, які можна, ну, хоча б одну із таких речей, ну, звичайно ж, люди вже мають щось на зиму, але можна собі докупити і до весни ще ходити дуже модними і гарними. А що б ви порекомендували? От, в залежності від фігури, ну, я розумію, фігура може бути нестандартною, може бути навпаки тендітною, там, чи ще якоюсь. Треба приховувати свої дані, якщо ви, наприклад, маєте зайву вагу. Чи є такі от речі зараз? Смотрите, я би не сказала це як приховувати, а коректувати. Добре. То есть понимать строение линий и как они влияют на вашу фигуру. Вот именно конкретно не вашу, на вашу. Не нужно знать за какие-то там типы. Нужно понимать просто свою. Можно даже не знать ее название этого типа, а просто знать, что прямые линии, вертикальные, они вытягивают и стройнят. И если у вас какие-то такие вот излишний вес, да, то, конечно, линия эко-шубы, вот о которой мы говорили, да, шубы-чебурашки, она идет как горизонтальная. За счет того, что вот этот объем, воздушность, да, рыхлость, это всегда добавит вам объема. Додасть вам талии. Да, то если у вас все-таки такая, как вы говорите, комплекция объемная, тогда лучше использовать пальтовые ткани. Они гладкие, они вертикально держат будут форму. Будут выструнчивать вас навпаки. И но опять же, если это пальто, вот как я показала, с такими тонюсенькими рукавами, которые вас обтянули, вы даже водолазку туда еле надеваете, то это нехороший вариант, и он никак не скорректирует фигуру тоже. Поэтому и пальто может испортить фигуру. Нужно просто понимать свою и понимать крой, потому что это линия, которая уже дальше простраивает. Ну, от, якщо йдемо обирати одяг, то ми можемо переміряти все те, що от зараз ви назвали, ну те, що ми дивилися, так? І з того всього може щось підійти вам одне або два, так? Один якийсь варіант може підійти для вас, а ви хотіли, наприклад, шубу, так? А доводиться носити, там, не знаю, стегане щось. Пальто. Ну, пальто. Ну, да. Так.
Да, кстати, стеганое пальто, поскольку оно не, вы видели, они такие более тонкие, при этом современный утеплитель очень хорошо греет, а крой идет пальтовый, поэтому достаточно хорошо корректирует фигуру, нужно на них обращать внимание. Ну и потом, конечно же, если какие-то такие недостатки, и вы хотите их все-таки скорректировать, не просто так вот носить все, что в тренде, то стоит обязательно померить, посмотреть вещи. Это просто так, це теж правильний підхід. Анечка, ну ви завжди радите те, що потрібно. Да. З собою ще при несли вы ось такі палантини, чи що це? Это аксесуары, которые в тренде, и о них немного хочу быстро сказать так, и показать. Здесь все-таки идея о том, что, ну, я просто знаю, что многие спросят, а шарф, носити, шарф, он вообще актуально. Ребят, ну, шарф актуально, конечно же. Во-первых, это утепляет, во-вторых, это удобно, когда жарко, вы можете снять, да, там, и в пакет куда-то положить, бросить где-то там на работе, оставить, если вечером там потеплело. Но самое главное, что нет уже такой вот требований повязывать. Раньше было там 100 способов повязать шарф. Сейчас такого нет. Вот реально вы не ограничены. Вот как вы хотите, так вы его и накидываете. Можно навести в отличном порядку. Да. Вот, к примеру, это больше палантин, потому что такая тонкая-тонкая шерсть, да? Ось ми його надіваємо, так, просто так, закинули, і все, і ми такі гарні, і виглядаємо, до речі, дуже-дуже гарно і витончено. І дивимося, що тут тоненька тканина, вона додає лініям шику. А якщо буде товстіша, цупкіша тканина, то теж треба, мабуть, викласти її якось. Смотрите, смотрите, здесь не так, здесь больше, опять же, вернемся к фигуре. Если вот такая тонкая ткань, она имеет линию, она действительно строит, вы правильно сказали. То есть это подходит объемным леди каким-то, да, с объемами, которым нужно корректировать. А, вот. А как раз вот эта вот такая рыхлая ткань, вообще рыхлая воздушная ткань всегда добавляет объема, поэтому им лучше не использовать. Это больше стройненьким каким-то девочкам. Худеньким девчаткам надели, тоже не обязательно. Ну, вы можете, дивіться, как хотите ее. Гарно можете завязать. Можно. Але мені здається, що так її прям зав'язати, мабуть, не вийде. Ну, це лише для того вийде, так? Це для того, щоб затеплитися. Щоб утеплитися, вот. Ну, звичайно, так. Дуже тепло, дуже. Аня, я бачу, наскільки воно цупке. Ну, не для об'ємних дам. Здесь, звісно, да. Худесенькі дівчатка. І видно і так, що вона худенька. До речі, їй це може навпаки додати ще і худоби. Ось такій дівчині. Ну, почерпнет її худобу, скажімо так. Так, так, так. Що це? Чорніші, так, є речі? Смотрите, чорне, це я просто хотіла взяти сюди світер, щоб показати, як стильно можна утеплитися. Его предлагаю носить на пальто, ну, то есть, когда у нас вот этот вот ноль наш, да, как шарф. То есть свитер как шарф – это такая трендовая идея и очень стильно будет смотреться. Вот, в принципе, сюда, понятно, красиво, но если вы наденете на пальто, вы явно будете привлекать внимание. Это очень интересный элемент, используйте так свои свитера. Вот именно как шарф. Я бачила навіть, коли джинсы носили так теж. Ну, на шиї, так, дівчата, модні дизайнери рекомендували повертати і лисини теж, тут зав'язувати, і все це нібито непогано виглядає. Мені здається взагалі, що жінка може собі дозволити все. Ну, якщо звісно, в неї є смак. Ну, я вам хочу сказать, что джинсы латины – это уже что-то из эпатажной такой серии. А вот это классический прием стилистов. Вам скажу честно, если вот люди, кто листает стильные какие-то странички, они увидят, что это рекомендации очень частые. Ну и капелюхи. Капелюхи наостанок. И дуже швидко, и капелюхи. У меня там один слайд на очень-очень тренд, который сейчас, может быть, многих удивит. Это теплые косынки. Ага. Да. Ось я сейчас и покажу дальше. Хусточки. Хусточки могут быть. Анечка, вы пока еще надеваете. Давайте я быстро покажу. Ага, ось, какие хусточки. А, слухайте, зараз це так модно. Це просто неймовірно. Это стеганая косынка такая. Это капор, который был когда-то у нас, может быть, кто-то помнит из детства, носили такие вязаные капоры. И вот тоже, ну, повязанный тоже капор и стеганый капор, а также косынки еще из эко-кожи. То есть это все к зимней одежде, к зимним аксессуарам. Дуже класно. Вони виглядають, до речі, теж прийшли, ну, вже з моди, яка колись була так, прийшли в іншому вигляді. Вони прийшли з літа к нам, в принципі. Так. А, Анечка, а чи можна їх носити, якщо вони будуть, наприклад, з принтом, там, не знаю, кольоровим,
и с квитами, например, чи ні? Ну, що смотрите, зараз? Цветы, это вообще, конечно, принт больше летний, поэтому в зиму его добавлять будет очень тяжело вам просочетать это с верхней одеждой. Поэтому все-таки я рекомендую выбирать что-то однотонное. Спокойнее тонны. Так будет намного проще, даже если вы берете ее красную или вот трендовые бежевые оттенки, молочные, вам будет легче сочетать. Так. Ну, и быстро. Ці ж два капелюшки, треба їх якось швидко показати зараз, так? Это также пришли к нам из лета панамы, но зимнего варианта, вот, например, здесь они бывают из материала, как дубленки авиатор, вот этот вот такая овчина, да, искусственная в основном, конечно, а бывают вот из шерсти, внутри шерсти, а здесь эко-кожа, это такая двухсторонняя. Панама я уже не буду на голову одевать. Так, ну, а я могу спробовать, Аня? Да, да, пожалуйста. Можно мне спробовать? А это шерстяная шляпа, конечно, обязательно. Немножко не так, нужно развернуть. Так, розвернути, да, да. О, очень красиво. Ось так, кстати, це може виглядати. Да, 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 да. Так. Вот, и смотрите, ну, нужно понимать, что, конечно, шляпа, она не сильно согревает уши. Это больше для тех леди, которые хотят элегантности какой-то. Ну, під пальто, можливо, так, да. Під щось таке. И все-таки как-то греет голову. Например, кто не носит вообще шапки, может предпочесть шляпу. Так, Анечка, ну вот просто так. Така підбірка тих речей, или які панаму повинні бути у нашому гардеробі наймодніших. Ви завжди підбираєте все найкраще для нас. Звичайно, що глядачі будуть вам вдячні, що зараз буде модною їхня зима і будуть трошки готуватися вже до весни. Весна може бути не такою вже й теплою, тому треба, щоб такі речі все ж залишалися у вашому гардеробі, якщо ви ще не придбали. Тому, Анечка, дуже вам дякую. Бажаємо вам в цьому році бути наймоднішою, найкращою. Ви ж стилістка, треба бачити інших і своїм прикладом показувати, як це може бути. Тому гарних свят, звичайно, щоб все вдалося в тому житті і щоб ви просто надихалися кожним днем. Спасибо, Юля. Приходьте ще до нашої студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин. Благодарю вас.